Расскажи, что это за снаряды? Противотанковые. Для прострелки. Выстрел! Долго мы думали в подразделении своем и придумали такой вот вариант. Для того, чтобы стрелять осколочными снарядами, мы решили увеличить размер станка. Для этого придумали два профиля, приварили, удлинили, соответственно, ноги. И теперь у нас есть возможность стрелять в закрытой огневой позиции осколочными снарядами на расстоянии больше 4 километров. Раньше она вообще как обычно выглядит? Чтобы... Обычно она короткая, укороченный вариант у нее. И осколочными снарядами стрелять с закрытой огневой позиции было неудобно. Надо было подрывать, соответственно, за затвором какое-либо углубление. Сейчас необходимость в этом отпала, и можно стрелять прямо, установив ее до стойки, как вы видите. То есть увеличилась дальность? Конечно, да. Дальность увеличилась. Дальность мы можем в зависимости от высоты находящейся. Ну, раньше какой был максимум? 4,5. Мы можем теперь стрелять дальше. А раньше был? 4,5. Нет. С закрытой позиции, с закрытой. Прямой наводкой мы стреляем 1,5 километра. А теперь закрытой позиции. Закрытой мы стреляем 4,5 и еще можем и дальше. В зависимости от возвышенности. Будем на возвышенности, значит будем стрелять дальше. Вроде бы как простилась Мотороли. Это все. И он нам подошел, подал такую идею. Ну, мы подумали, придумали, соответственно, вот такое использование. И вот сейчас вот используем его в боях. Как тебе уже? Огонь! 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 Вон он увидел, где взорвался.